Всем здравствуйте. О, ворон устал. Встал, да, ворон? Лежал, лежал. Ну, кто видео смотрит последний, сосенку узнал. Это солонец. Вот он, солонец. Где должен быть лосик. Видео такое коротенькое. Времени нету, надо мне через 40 минут уже дома быть. В общем, многое не повез. Куплено у меня было 20 килограмм. Привез я 10. 10 завезу потом через недельку или через две. Спешка такая была 10-то килограммами. Зверя приводить. Интересно мне одну очень штуку опробовать. Новое приобретение. Которое, не знаю, очень давно мне хотелось. Во многих видео я говорил. Ну, в общем, вот так вот. Все выглядит. Не знаю, большую часть насыпал. Он туда под пенек, в надежде, что в ближайшие дни дождик будет, впитается в землю и там останется. А тут размоет, не размоет, это уже другое дело. Ну как-то вот так вот, будем ждать зверя, будем смотреть, проверять. Надеюсь, через недельку я или через две сюда попаду. Нужно тут кое-что будет обновить. Вот так вот. Ну, сейчас покажу виновника торжества по поводу или благодаря какому приобретению так быстро с вороном собрались. Буквально за полчаса собирались ехать за соком, а решили поехать, в общем, за солью на солонец с солью. Ну, вот так вот. Вот она штуковина долгожданная и желанная. Фотоловушка, которая, надеюсь, будет много запечатлять зверюшек. Пытался сейчас настраивать с отправкой ММС фотографии, и чего-то у меня так и не пришло, хотя в настройках видит номер телефона мой, а отправляться так и не отправилась. Не знаю, почему причина. Ну да ладно, главное, что на флеш-карту она сохраняет. Настроена на, не помню, интервал между фотографиями и потом минута видео. Потом 30 минут перерыва до следующего видео. Если зверь в течение 30 минут ходит, больше она его не снимает. На видеозапись фотографировать, по-моему, каждую минуту или каждые 10 минут будет. Если через 30 минут зверь опять подходит, опять будет включаться видеосъемка на минуту. Большое спасибо Кириллу Германовичу из Снежинска, с уважением, который сообщение прислал. Прямо очень-очень порадовали. Огромное спасибо за поддержку канала. Благодаря вам так быстро получилось приобрести данную штуковину. Очень такой вечер хороший был. Дальше потом обзорчик сниму. Как, чего и что. Вчера только я ее привез уже под вечер домой. Сегодня маленько поизучал. Ну вот говорю, настроил сейчас, что на флешку пишет. Флешка, правда, сейчас на 2 гигабайта с телефона. Но на неделю, я думаю, хватит. Потом завезу. Другую флешку сюда поставлю, надеюсь. В общем, вот так вот. Будем ждать теперь новых видео. С новой видеокамеры. Еще раз. Снежинску привет. Большое спасибо. Всем пока. До новых видео.